Клиент в рейд просит. Где, где? Клиент. Сколько? 5к, да, убийство? Или сколько, или больше? Че бафаешь? Звоните еще, Лен. Что-то, блядь, вот эти ники X, год X. Параша какая-то, блядь. Это появились после того, как базу почистили, вот эти всякие беспонтовые ники, две полосочки. Хоть не три полосы. Они тут в Варкрафте бесполезны, потому что хп-бар все равно не меняется. Типа в PvP это не работает. Допустим, как в той же Ла 2. Драгон, ты танк? Че, дурачок, что ли, тут в ДД сражает? Не, просто ты в таргете. Сколько платит? Ух. Да что, ты ничего не говорил? Ты его пати взял просто так? Зачем ты его пати? Тика и вот это разбавки не дает сразу. Какая с тебя войза? Не платит, говорит, нихера. Пусть гуляет. А кто взял пати? Кикните с пати, да есть. Ну ладно, чего, пускай сделает. Видите, мы вообще его пати отобрали. А, все наши. Это сам вы. Чё, Лёха, его же не надо кикать, да? Пускай челики делают. Я, блядь, один не вижу, а про кого челика ты говоришь? Да чужой счет делать, успокойся. А я не могу его увидеть, у меня этот... Как он? Рейд вот эта херня не показывается. Ну типа, как его кикнуть, я не знаю. Передай Рэлла, дайся. А как Рэлла-то передать, если я, блядь, не вижу? Пустота тут. Стоять бог по штора. Не ты даёшь. Дайте ему тоже бог. Нашел, таргет взял. Че, кикать? Кикай, конечно. Леха. Конечно. Ну ты, если бы договорился с ним, то другой. Так он не в пати, чего мне парить? Так мы тебя и спрашиваем, в пати или нет, ты говоришь, в пати. Я просто нашел, смотрю, Редрик бегает. Че, он не захотел 5к платить? Как сам было мне на ханта 10к сказали, на 3-й кассе. Так и я им, блядь. Фига они вообще, блядь. Сидька на третью карту. Так 3к тоже нихуя не стоит. Ее разве вообще продают? Меня 10к требовал. Серьезно? Да идите вы, у меня 200к, понятно. Он хочет 200 заплатить, я понял. Скажи, мы подождем, пока он слетает, но это будет 10 стоить.
не уговаривается парень. А чё за гильдия у него? Самого? Я, блин, сегодня вот ходил из-за Полины с таким вот раком, который, блядь, меньше меня в РБК. Везде причём. Меньше танк? Конечно. Ну, блядь, моего танка в РБК сложно порой перегнать. Как это вообще, это зашквар, мне кажется, меньше танка в РБК, да?